Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию автоматический стабилизатор напряжения от PowerMan. Встречайте, перед вами модель AVS500A. Данное устройство позволит обезопасить, к примеру, газовый котел отопления от различных сбоев в сети. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице на нашем сайте megaobzor.com, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о PowerMan AVS500A. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости стабилизатора напряжения. Внутри коробки находятся автоматический стабилизатор напряжения, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Благодаря компактным размерам стабилизатор напряжения можно установить в любое удобное для вас место. Качество сборки материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все собрано аккуратно и надежно. На боковых частях корпуса расположились специальные отверстия для естественной вентиляции. Корпус закреплен при помощи обычных болтов. На основании устройства расположены ножки, однако они не прорезинены. На тыльной стороне стабилизатора напряжения можно увидеть краткую техническую информацию, рядом с которой обосновалась одна евророзетка для подключения устройств. На левом нижнем углу можно увидеть предохранитель. Здесь же находится несъемный кабель для подключения к сети, рядом с которым можно увидеть разъем для подключения заземления. Лицевая панель выполнена из белого пластика, на которой обосновались следующие элементы: выключатель стабилизатора, цифровой индикатор выходного напряжения, светодиодные индикаторы состояния работы. На верхней грани отсутствуют какие-либо элементы управления. Другими словами, перед нами компактный, очень простой и удобный в обращении стабилизатор напряжения, в работе которого сумеет разобраться даже самые неопытные пользователи. После включения устройства загорается желтый индикатор, то есть включается задержка запуска, что позволяет не подавать выходное напряжение в нагрузку, проверяя состояние сети. Спустя несколько секунд стабилизатор начинает подавать напряжение к подключенным к нему устройствам. При нормальной работе будет гореть зеленый индикатор. Если же при работе устройства загорается красный индикатор, это означает, что сработала функция защиты стабилизатора. Не стоит волноваться. Как только сеть вернется к допустимым параметрам, нагрузка подключится автоматически и красный индикатор погасит. При срабатывании защиты на стабилизаторе вы сможете увидеть на цифровом индикаторе код защитной функции LHC. Данный автоматический стабилизатор напряжения станет надежным защитником для отопительного котла и защитит его управляющую электронику, которая в большинстве своем очень чувствительна к сильным отклонениям в сети. Подведем итоги по автоматическому стабилизатору напряжения PowerMan. Устройство отлично подойдет для домашнего пользования. Лично нам кажется, что данный стабилизатор напряжения полностью оправдывает свою стоимость и показывает отличные результаты в работе. PowerMan AVS500A очень прост в эксплуатации, а благодаря своим компактным габаритам его можно установить практически в любое удобное для вас место. Среди плюсов стоит отметить следующее: качественная сборка и материалы, функционал, минималистичный дизайн и, конечно же, доступная цена. Существенных минусов, которые повлияли на работоспособность устройств, нам выявить не удалось. В любом случае, выбор остается за вами. Мы лишь можем показать и рассказать. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.